Из взрослой поликлиники Видновской районной клинической больницы ежедневно отправляют в клинико-диагностическую лабораторию 50-60 ПЦР-мазков. Этот метод полимерной цепной реакции позволяет выявить наличие возбудителя заболевания, даже если он присутствует в организме в минимальном количестве. Участковая медсестра Зарина Меджидова работает в кабинете забора ПЦР-мазков. Рассказывает, что берет биоматериал для дальнейших исследований у больных с симптомами ОРВИ и гриппа. Все манипуляции проводятся только по направлению врача. Забираем мазочек из зева из носа, зондом, помещаем его в эпендорфную упаковочку. Упаковочку помещаем в пакет с замком. Потом все это заносится в компьютер, в электронном виде создается направление. После сбора материала для исследования все ПЦР-мазки, собранные и укомплектованные по всем правилам транспортировки, отправляют в лабораторию. Клинико-диагностическая служба Видновской районной клинической больницы с гордостью демонстрирует свою ПЦР-лабораторию, что открылась в 2021 году в период пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря использованию современного оборудования и реагентов российского производства мы имеем возможность решать любые задачи, связанные с диагностикой инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Высококвалифицированные специалисты лаборатории ежедневно обрабатывают до 5000 анализов. Проводятся диагностические исследования как взрослых пациентов, так и детей. Клинико-диагностическая лаборатория выполняет различные исследования, такие как биохимические, гематологические, цитологические, молекулярно-генетические, иммунологические. Клинико-диагностическая лаборатория ВРКБ продолжает расширять свои возможности предоставления услуг. Для улучшения обслуживания населения на базе детской поликлиники функционирует экспресс-лаборатория и капиллярный забор крови. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.